Всем привет! Я проснулся сегодня такой расслабленный и думаю, поеду-ка я сейчас куплю себе серебра. И так обломался, зашел, посмотрел курс, блин. И все из-за новостей о предстоящем дефолте Украины. Типа Коломойский же сказал, что выгодно Украине дефолт. И из-за этого сразу народ побежал покупать доллары. И из-за курса доллара подтянулось серебро. Получается, вот буквально, когда там на выходных я снял видео о самом низком курсе серебра за всю историю. То есть можно было купить его за 494 гривны. Я это видео сейчас тоже покажу здесь. Оно достаточно коротенькое. И получается, что все 560 гривен, блин, такая цена. Я, конечно, вообще в восторге. Немного расстроенный. Но, ну, грубо говоря, на 66 гривен дешевле можно было купить каждую монетку. Интересно, кто из вас успел купить? Пишите в комментариях по такой низкой цене в понедельник. Я лоханулся, я не покупал в понедельник серебро, но я купил доллары. И на долларе получается сейчас, ну, грубо я сэкономил на 100 долларах 400 гривен, а на 5 монетах, если бы я взял, то я бы заработал, грубо говоря, 330 гривен. Но тут вопрос в серебре такой, очень важно, какой тираж Архистратига 2019 года, мы не знаем. И, в принципе, я думаю, даже по 560 по-любому надо приобрести минимум 5-6 монет, чтобы было на всякий случай в коллекции. Блин, вот скачок курса. Но мне кажется, еще упадет цена. Подписывайтесь на канал, будем следить за ситуацией. Всем удачи, пока!